быстро мы поговорим. И какой гол сразу забивает Локомотив. Не будем мы ничего сейчас вам рассказывать, потому что Хенрик Карлсон, здравствуйте, добро пожаловать в Ярославль. Такой курьезнейший бросок, и прошло-то со старта матча всего лишь немного. Сейчас того Арене 2000 взглянем. Вот смотрите, бросил шайбу Петерсен, затем вот такой вот наброс аккуратный, похоже, вот автоокном. Эта шайба зашла. Вот смотрите, Осипов зашел классно. Отскок Дарин Тиц не очень здорово шайбу выбрасывает. Автоокнова вот так вот от борта и от правого щитка Хенрика Карлсона отправляет ему шайбу за спину.